подключили люстру к двойному включателю. Получается, одна клавиша у нас включает, должна включать половину лампочек, а вторая клавиша следующую половину. А у нас получилось так, что мы одну включаем, половина лампочки включаются. Потом вторую нажимаем, остальные половины включаются. Но из-за того, что мы неправильно подсоединили, получается у нас одной клавишей все включается, и одной клавишей можно все включать. Можно так сделать, что половина сперва включаем, а вторая клавиша отключает следующую половину. Но если эту клавишу мы не включим, этой клавишей не получается включать лампочки. Этой клавишей не получается включать люстру. Это получается как бы основная, это второстепенная. А у нас должно быть, это тоже основная, это тоже основная. Половина это должна включить, половина это. А без его помощи она не включает. Сейчас нам надо будет его разобрать и здесь переделать провода, чтобы люстра нормально работала. Здесь мы, когда соединяли, оказывается, главный провод у нас был светло-голубой, желтый, желто-голубой. А второстепенные были у нас желтый и голубой отдельно. А там я, когда в люстре, когда соединял, там я сделал главным его, а второстепенным эти два сделал. Поэтому у нас получилась каша. Сейчас мы поменяем вот этот провод, вместо главного сюда пойдет, а этот к второстепенному пойдет. Сейчас я их открутил. Этот отсюда убираем. И вот этот убираем отсюда. Здесь у нас ток есть, поэтому чуть осторожно сделаем, чтобы не замкнуть. Пока полностью не закроем, я просто клавиши поставлю и проверим. Сейчас нажимаем на одну клавишу, видите, половина включается. На вторую клавишу другая половина. Лайк, поставь, скажи лайк. Лайк. Вот так сделай. Лайк. Лайк. Подпишись, скажи. Мерси. Мерси. Все, закончили полностью, исправили включатель. Пока-пока, делай. Пока. Лайк, вот так сделай, лайк. И лайк. Лайк.